оказался Днепр под нами. Супер. Смотри. Тут обрыв такой из Днепра. Смотри, как красота. О, какая красота. Класс. Поля такие, да, все белое. Ой. Супер вообще. Да. И сало тады с драниками хорошо ешьте. Жарана. С любыми блинами сало хорошо. Какие блины не были. Что это вы делаете, Мария Александровна? Ну, коврики. То, что не треба уже носить. Распарываем. Раньше купляли, гнали еще за крампленом, таркатином. А теперь уже не треба. А на что, чтобы лежало. И время идет быстрее. Вышивками его. Это у меня я еще не хочу тогда, как стану вышивать. Такая охота вышивать. За каждым стяжком думаю, аж трошки. Баркалаба у нас небольшое, природа очень красивая. Ну, люди замечательные, Баркалаба живут. В деревенских детях, наверное, больше как-то доброты, простоты той же доброты. И в каждом ребенке что-то есть свое доброе. Здесь очень большая духовная работа велась, вот, понимаете? И раньше, вот, когда еще маленькая была, в деревне могли дверь не закрыть и уйти. Никто не закрывал дверь. Веник поставил, дверей пошел, значит, хозяина дома нету. Никто не зайдет. Какой духовной веры люди были, что вот сейчас такого не найдешь. Наша? Как у вас в этом магазине? Какой самый популярный товар? Роман сейчас можно. Ну, популярный товар. Хлебушек, молоко, напитки, сладости. Ну и все остальное. Я не хочу сказать, что у нас что-то плохо идет. У нас идет все отлично. А кредит правда портит отношения? Ну,
как бы это для прикола мы написали, но городские обращают внимание на это. Мишута! Мишута? Даша. Бера. Ох, прикол. Вот. Приучены так, что нигде никуда не лазят. Они у нас вот походили, тут вот места много, зато косить не надо, Бяша. Бяшка. Три, 5, 6, 7, 8, 9, 10 домиков. В этом году не особо был. Так это... А в том году хорошо было. На 10 липки. У нас им далеко не надо летать. Очень даже прекрасно. Ну, деревня жизнь. Сказка. Очень много дачников. Летом вообще все бушует. Ну и зима у нас. Отлично, отлично. Нам нравится. Здесь приезжают и на речку, и на горку, и с детьми, и деревня у нас такая большая. Как-то легко дышится, хочется работать. Вот огонь горит, и раньше русская печка у нас в доме была. Ну как-то вот сейчас уже немножко буркало, вот так более современная деревня стала, газ появился. Мы уже стали жить здесь, как в городе. 20 километров, там 25 до Могилева, 10 до Быхова. Дизель ходит, маршрутки ходят, у каждого сейчас машина. Нам, ну что нам надо? Живи и радуйся. Жизнь прекрасная. Тима. Тимка. Саша. Готовимся к празднику. Як вам гэты снег? Цудоўна. І не гледзячы нават на тое, што трэба прыбіраць? Не, вельмі рады. Земля будзе пакрыта снегам, значыць, будучы ўраджай будзе добры. Ого, это каму? Это будучы ўраджай будзе добры. Ідём, привет, саскучылся. Ты саскучылся, мой харвошы. Саскучылись, двойняшкі. Двойняшки. Идите сюда все, выходите. Жук, оп, оп, оп. Молодец, Жук. Оп, молодец. Я сама родом с Баркалабова, как говорится, где родилась, там и прогодилась. И у школы здесь, институт, естественно, закончила в Могилеве, я здесь же и работаю по настоящее время. Здесь у меня трое деток родилось, здесь вот и живем. И прекрасно, и хорошо, и никуда нет никаких желаний ехать куда-то в какой-то город. Поэтому меня здесь устраивает полных, кажется, на все 100%.